Все как много лет назад. Цветы, поздравления и вальс Мендельсона. В ЗАГСе города Видное чествовали семейные пары, которые прожили вместе более 50 лет. Галина Ивановна и Юлдаш Курьязович познакомились на стройке в подмосковном Зеленограде. Спустя 2 месяца поженились. А взаимопонимание и любовь друг к другу сохранили и по сей день. Смысл одинаковый с ней. Мы даже, я думаю, он говорит, я говорю, ты что ко мне в голову забрался? Ну, так вот мы так. Живем уже. В общем, собрались. Характер у него отличный, и у меня также. Поэтому, наверное, и вместе. В этот день виновники торжества услышали много поздравлений в свой адрес. Юбилярам сыграли на балалайке и баяне, вручили памятные подарки и исполнили песни их молодости. У каждой пары своя история любви. Устюжанина Изабелла Александровна и Владимир Андреевич – романтики. Встретились первый раз в школе, а познакомились позже на Московском вокзале. И уже на протяжении долгих лет своим девизом считают слова из стихотворения поэта Степана Щипачева. «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет слякоть и пороша, и нужно вместе жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». В день чествования юбиляров сотрудники ЗАГСа тоже услышали много теплых пожеланий и слов благодарности. Ведь в этом году у органов ЗАГСа юбилей. На праздник пришли и те, кто когда-то здесь работал. Все, кто работал здесь, мы старались. Я почти 4 века проработала здесь. Любить людей, которые приходили к нам. Отдавать всю себя, чтобы людям помочь. Посоветовать, успокоить их, разделить их чувство счастья, а может быть, даже обеспокоенность. Любить людей – главное в их профессии, чтобы каждый, кто приходит сюда, был принят с добром и сердечностью. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.